Всем привет! Мы в магазине Десорт, и сегодня у нас потрясающая новинка. Это каталог Пано от производителя Marburg, от немецкого производителя Marburg. Это первый и, наверное, и у нас единственный каталог, в котором собраны все Пано. К сожалению, здесь самих кусочков Пано мало, но представлены фотографии, на которых можем посмотреть полностью рисунок. Здесь мы видим и шикарные цветы, и геометрию. Вот как раз представлен кусочек Пано. И посмотрите, здесь благодаря мелкой текстуре, мелкому такому нанесению, обои будут казаться более объемными. Само Пано состоит из полос шириной 53 сантиметра, высотой 2,70. И по количеству полос в Пано они все разные, но сделаны не таким образом, что можно склеить в стык несколько одинаковых Пано, и швы будет не видно. Это делается обычно на больших стенах. Вот. Но есть такая хитрость, дизайнеры придумали. Они клеят в последнее время не полноценным рисунком, а разделяя полоски между собой через определенное пространство, что хорошо и выигрышно смотрится на маленьких стенах. Здесь абстракция такая разноцветная, шикарные фламинго. Они сейчас в тренде. Посмотрите на мою резинку. Бамбук. Вообще акцент здесь, наверное, все-таки на цветы, потому что очень много разных цветов здесь. Какой-то такой китайский орнамент, рисунок. Объемная 3D геометрия в виде кругов, в виде ромбов. Пионы. Смотрите, как красиво на темном фоне смотрятся цветы. Это украшение вашего интерьера. Конечно же, пейзажи, которые будут успокаивать вас после тяжелого трудового дня. Объемные пионы. 5 геометрия. Какой-то такой абстрактный рисунок в виде каких-то цветочков, ромбов непонятных. Серые цвета сейчас еще по-прежнему в тренде. Природный дизайн в виде листов. Такой деревянный рисунок, крашеные доски. Есть в таком ярком варианте, а есть в более природном. Камень, имитация камня. Кирпичи. Смотрите, как красиво смотрится. И в конце можно будет листать. А, есть еще шикарная природа. И в конце представлены у нас полностью все панно, которые есть в этом каталоге. Свой интерьер на лучшее и приходи к нам.